Привет, мои дорогие любимые! Сегодня суббота, и я решила пойти на улицу Гюлюк. Очень хочется еще на море, но холодно, нету смысла. Я даже не разуюсь, чтобы походить по камушкам, потому что хоть и 17 градусов вроде показывает, днем будет, все равно не так жарко. А на Гюлюк зайду, поснимаю. Почему-то у меня, вот если суббота, сразу ассоциация с этой улицей. Что там новенького, какие теплые вещи привезли, может что-то с новогодними подарочками связано будет, не знаю. Посмотрим, мне тоже очень интересно. Так что пойдемте. Мне кажется, что это мушмула, но оно напоминает мне еще какое-то дерево наше, не знаю. Как вам кажется, что это? Ну, мушмула не будет свисти в это время. Хотя, я не знаю. Ну, запах такой легкий-легкий, не сильный, не такой, как апельсина. Но немножко есть. Вкусный. Итак, я на улице Гюлюк, Мода Тайм. Я уже снимала этот магазин. Но они открыли вторую часть. Там будет мальчики только, здесь Мода Тайм девочки. Итак, штанишки по 50 лир. Так, что наверху, какая цена, такую показываю. Наверное, средний. По 25 летние. Платьишко, маечки. 75 пиджак. Прикольно, да? Это сзади. Да, 75. Разные цвета, но покрой такой же. Такого не видела, чтобы кружево было на спине. Такой он по бедрышке. Так, по 20. Такое летнее. И вот пошло уже... осенняя, скажем так, 40 лир. Смотрите, какой низ. Интересно, да? Вот это 75 лир. Еще такие. 33 лиры. Так, 30 лир. А, еще сумочки есть. 35, 50. Спортивная 60 лир. Вот такая курточка 160 лир. Сразу идет кофтыночка 80. А нет, 80 вот эта задняя, она теплая. А вот эта тоненькая. Он и кадар? 55. Олар хепси мы сексен? А, 50. То есть тут раз. 75. Все разные. 75. Şöyle si var. 140 lira. 140 lir. Все по-разному. Teşekkürler. Pantolon ne kadar? 100 lira. Это 100 lir. Она решила мне помочь. Şu etek 95 lira. 95. Типа кожа. Ага, да, она говорит, такой же, как мы видели, 140, только оливочка. Ага, и другой цвет юбки. Кстати, неплохо смотрится. Рубашка. А, это как платье-рубашка. 70 лир. 60 лир. Ага, это другой цвет рубашки, тоже 70. Бунлар, и туничка 50 лир. Ну это теплая, да? Бухалы. Не очень такая, нормальная. 50 лир. Серенькая. Все джинсы 50 лир. Хепсик сама? Вы фартлы модель? Farklı model tabii ki. Mesela, разные модели, не только короткие. Düşük bel olan var, yüksek bel olan var, dar paça olan var. Классик олан вар. Есть классические, есть то, те, что заужены к низу, есть высокая посадка, есть низкая посадка, но все в одну цену 50 лир. Дюзель. Химер айнеф, а нет, он за еды бучук. Вам говорю по-турецки, на по 10 лир и по 7,50, вообще потерялась. Это полосатая 55 лир, а 80 лир вот эта жилеточка. Такая мягенькая-мягенькая вообще. Ну тоненькая-тоненькая. Ага. А, снизу короче, сзади дольше. Длиннее. Ирмибеш, 25 лир. Шойлевер. Туник из ваш. Ага, туничка. Прикольный цвет, да?
74 лир. 70 лир. Такой кажется, что он... Şöyle bir tur ikimiz var. Aha, dream. Kutun ikimizdeydi 50 lira. 50 lir. Şu ceketimiz 175 lira. Bu özel üretim. 175 lir. Но она говорит, что это özel üretim. Üretim, это значит, как индивидуальный пошив. Вот. Şöyle bir elbisemiz var. Она говорит, ну качество. 55 лир. 55 лир. Ну эти рукавчики, я не знаю, мне как принцессы. Что или билетеймс вар. Так, ага. Ну, 25 лир. 25 лир. О, бира стрейч мы стрейч ди? Йок, стрейч ди. Садиджи бери ластикли. А, только на талии резиночка, а так оно не тянется. Чтобы она так растянула резинку, думаю, может, оно все тянется, нет. Тоже индивидуальный пошив. 90 лир. Это надо, конечно, еще понять, как он сидит. Твердое чуть-чуть. Ага, смотрите, короткий низ, а сзади длинное. 150 лир. Ага. 45 лир. 5-6 цветов есть. Боже, как хорошая девочка. Как мне так хорошо видно вообще. Прелесть просто. Ага, это туничка. 30 лет. Такие цвета хорошие, знаете, такие пастельные, прям прелесть. Так, подождите, я зашла в тупик. Вот ага. Буду заливать. Тоже... Слушай, я не могу перевести, это что только что говорила. 150 лир. Индивидуальный пошив, вот. İçindeki de 55 TL. О. Nasıl? Kaç? 55 TL. А, 55. Тихо, спокойно. А, он nasıl? А, видочек-то. А, более, он дымит. Да, так что аккуратно снимайте. Чтобы нам на голову все не попадало. И такое бывает. Это не вы виноваты. Видимо, свежее вместе поднялось и открепилось. Böyle kısa peluşlarımız var. Ага, как на пижамках. Ne kadar? Bu ne kadar? Bu 45 TL. 45 lir. Şöyle başka rengi de var. Угу, 45 lir. Şunlar yine tunikler. Тоже туничка, только вот видите какой-то тип... А, нет, это разрезик, да. Yırtmacı var. 55 lira bu da. 55 mi? Evet, 55 lir. Az önceki yemeğin. Aha, такая же жилетка, только темная. Но она такая гладкая, ходишь и себя гладишь. Bir de böyle peluş var. Ay, mamочка, какие мишка, медведик такие. Bea, bea. 35 lira. 35 lir. Ağır. Ağır, değil mi? Evet. Ağır. Ayı, 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 panda. İşte putuyorsun, Mişka давно по-турецки не говорил. Ayı. Да. Şöyle bir tunik var. Aha. O da 55. Aha, 50 TL. 50 lir такая. Şöyle güzel çantalarımız var. Hı-hı. 35 lira bunlar. 35 lir. Такие. Evet. Тоже гладит, как я, да? Надо все погладить. Parlak kayıtlarımız var. Aha, блестящие. Tayt, лосинчики, лосинчики. Ne kadar o? Bu 30 lira. 30 lir. Şöyle. Aha. 35 lira. Ну, трикотаж обычный. Тут, а нет, чуть-чуть такое, знаете, тепленький. А, 35. Şöyle tunik var. Мамочка, вот это придумали, да? Типа рубашка, типа кофта. Şöyle ага. Прикольно. 75 лир. 75 лир. Вот таких я не видела, честно говоря. Может, и ходит молодежь, но я ж... Şöyle var. Şöyle ага. 55 lira. 55 lir. Şöyle var. Такие покемоны, я не знаю, что это такие. Ne kadar? Şu 90 lira. 90 lir рубашка. Şu 35 lira. Это 35. Слушайте, ну эти рубашки что-то такие дорогие. Neden bu yıllık bu kadar pahalı? Her yerde pahalı. Bu moda mı? Yok, bu sene çok pahalı. Üretim yok. Üretim olmadığı için de çok pahalı yani. Ama bu mesela başka bir şey 35-55 var ama bu gömlek çok pahalı. Her yerde. Şimdi evet, bu gömlek bu sene kumaş pahalı. Kumaş pahalı için. Tabii.
Кумаш пахло дуйчинде, бичок шей пахло мысля. А, ладно. Она говорит просто из-за того, что вот эта ткань именно, которая используется на эти рубашки, она очень дорогая. Потому что я говорю, во всех магазинах вот именно такие рубашки недорогие. Говорю, мода, она говорит, просто ткань дорогая на эти рубашки. Ага. А зенджики джекетом пахло деньги. Такой же, как мы видели, только другой цвет. А она по-другому идет. Не, ну мне не очень, конечно, это, но мне что-то бордовый больше понравился, чем тот. Как-то получше. Ага, тут тоже такая самая, как я, клиентка. Да? Надо помацать. 65 лир. Неден амбар? Амбардан алуйорсунус? Амбарын ürünlerini satıyoruz. Амбар gönderiyor bize ürünlerini. То есть амбар не тоже. Башка фирма hangisi kullanıyor? Амбар ve Cazibe. İki firmayla çalışıyoruz biz şu an. Cazi? Cazibe. Cazibe. Evet. А, ben gördüm. Aha. Да, вот эта фирма. Cazi. Cazibe. Cazibe. У них поставляет товар и амбар. Амбар еще на Ишикаве есть. Да? Ишикаве. Evet. Siz sadece burada, değil mi? Başka yerde. Sadece burada. Да. Вот, вот такие курточки. Uh-huh. Ну, типа под курточку. Güzel üretim olanlar. Тоже. Юля. Uh-huh. Частный пошив. Индивидуальный пошив. Это что ж такие? Ага. Ne kadar? Bunlar 150 TL. 150 лир такие. Uh-huh. Смотрите, если я забываю слово, значит это означает индивидуальный пошив. Все, больше ничего. Ага. Ама простыжись, Гергель Джек. Я говорю, так сюда ветер будет заходить. Некадаро. 150 лир. Я, ну, понимаю, что оно и так тоненькое. В принципе, знаете, ну и не согреешься. Ну тоже поделай такие дырки. А, букаса, а. Я говорю, это такой же пальто, 140, но она говорит, нет, это короче. Букаса в 120. Это 120. Мне кушала йок буну. Ага, там есть пояс, а здесь пояса нет. Вот так. İçindeki tunikimiz. Tunichka. Tunichka. 60 lira. 60 lira. Это широкая такая, 110. А, bir şey soracağım. En büyük beden ve en küçük beden ne kadar? En küçük beden bazısında small, bazısında XL. En büyük beden large, XL. XL. Самый большой размер, который можно здесь найти, XL. Самый маленький есть S и есть XS в некоторых. Мамочка. Bir şey gelmeyecek. Yok. Да. Ne kadar fiyat? Aha, tunichka. 60 lira. 60 lira. Leopard'ın fiyatını söylemedik galiba. Да, söylemedik. Bu Leopard 80 TL. Это 80 lir. Hı hı. Şunu da fiyatını söylemedik. Söyledik değil mi? 110 TL. Да, да, да. Söyledik. Я все равно на турецком говорю, а да-да-да, ну буду на русском. Вот 45 лир. 45 лир. Угу. Это 40 лир. Мой любимый. В кавычках. 30 Принт 30 лир. Да ладно, це, кто ж ты такие выдумывал? Я и артисты. Я не могу. 70 лир, смотрите, это все. О, ну, если хотите выделиться, это нормально. Понятно, да, какая латочка? А, ну все, я аж запрыгала. Ей, видимо, нравится эта платьишко. Некогда. А мы были Эльбисы? Эльбиса. Эльбиса, да, все-таки платье это. 90 лир. Потому что очень коротко. Я уже думала, может, это маечка такая. Ну, так решила Юля. 60 лир. Тепленькая такая. Сюда дырка. Хыркамызда 75 лир. 75 лир. Хырка, помните, я вам говорила это слово, хырка? Ну не знаю, что мне так смешно. Да чтобы здоровье были, хлопцы. Видите, катаются, катаются они. Разгоняются, а улица-то маленькая. Так, ага. 55 лир. 55 лир. Вот это поплотнее, те были потоньше. И это 55. Так. 60. Угу. Тоже 60 лир. Сумки, видите, 35. Носочки 3,50. Az önce pahalı dediğiniz gömlek var ya. Ага, да-да-да. Onun başka rengi. А, вот это красное, что мы видели, рубашка, это просто другой цвет, 65. Слушайте, и сразу так по-другому смотрится. Şu 90 lira, şu içindeki 65 lira. Перепутала. Вот это 65, а вот это 90, так же, как и красный. Şöyle de deretik.
А biz başka. Bu başka mı? Başka. Neden? Kısa mı? Daha mı kısa? Bunun sadece belinin lastiği yok. Onun beli lastikli, bunun beli lastiksiz. Смотрите, ne kadar? Biraz daha uzun. 95 lira. Это 95 lira. Говорит, так такой же, как мы видели. Он говорит, там резиночка есть, здесь резинки нет, и здесь немножко длиннее они. Evet. Представляете? Я точно бы подумала, что такое же. А нет, оказывается. Şöyle, юбочка. Da 55 TL. 55. Evet. 55 lir. Ne fark ediyor? Orada biz gördük 25, burası 55. Firma fark ediyor. Aa. Evet. Ve kumaş biraz bu kumaş daha kalın. Fark ediyor. Bu daha kalın. Hmm. O daha ince. Я говорю, bunun kemeri var, onun kemeri. Aa. Mesela. Я говорю, почему такая разница? Здесь 55, а там 25. Потому что качество ткани, другая фирма, и здесь есть пояс. И, видимо, еще, мне кажется, расцветка в этом году, я так поняла, она модная. 55. 55. Bu da 110 TL. 110 lir. Az önce baktığımız kahverenginin siyahı. Da. Мы видели такое коричневое, это чёрное. Ой, как мне нравится эта ткань, а. Просто, знаете, вот просто идти себе гладить. Люди подумают, что не всё нормально с головой. Ну что я делаю, такая ткань хорошая. Şöyle bir ceketimiz var. Bu ceketimiz de 80 TL. 80 лир такой жакетик. Да, вот в этом цвете, я думаю, они из-за этого ещё цену ставят. Çeyrek sabadilerimiz 20 lira. 20 lir. Şunlar var. Kadife. Kadife. Lira. Ha? 40 lira. 40 lir. С этим кадифе это же такие приколы у меня получились. Şöylesi var. File. File, aha. Sporcu atletle falan giyiyorlar. Anladım. 30 lira. 30 lir. 30 lir. Филе – это сеточка, чтобы вы понимали. Az önceki gömleğin yeşili. 70 lir, да, такую видели. Филь – это слон будет, филе – это сеточка будет по-турецки, нормально? Şöyle var, 40 TL. 40 лир в университет, понимаете, одеваете. Ага, коротенькая, такой, но теплая. Фиат? Bu ne kadar? Bu 30 TL. 30 лир тоже. Тоже 30 лир. Bunun bir farklı modeli. Küçük hanımlar için. Şöyle. Ay mamacığım. O da 30 TL değil mi? Evet 30 TL. Тоже кадифе. Бархат. Bu 55 TL. 55 TL. Evet. Не с этим бархатом, это было приколы. Я не знала, как он называется, сказала строчевая ткань. И мне, я говорю, можно, могу я шить платье строчевой ткани? И мне моя ученица говорит, конечно, да, мое первое платье. Şöyle, tunik, elbise. 70 TL. 70 лир. Жду 70 лир. Вот, ну Şöyle, я... Кыса леопардлар var, şey, кадифелер. 25 лир. 25 лир. Вот. И она говорит, да, конечно, можешь стрейчевая, нет проблем. А, тоже был похожий, но это уже другая модель. На кадар? 150 лир. 35 лир. Тоже 35. А какая юбочка. Переливается куда-то принцесса. Там 40 лир. Evet. И я приношу это кадифе. Она смотрит, говорит, Юля, ты до сих пор плачешь? Ты что, первое платье собиралась с этого сшить? Я говорю, да. Ага, никогдар. 45 лир. Я говорю, да. Ну вы же сказали, можно. Говорит, Юля, это не стрейчевая ткань, это кадифе. Это самая тяжелая ткань для пошива. Я говорю, ну вы же сказали, можно. Ну, короче, шила я. Ничего, отхожу. 50 лир. Хотя она говорит, я не знаю, как ты пошьешь. Это будет капец. То есть тяжело, кадифе очень шить тяжело. 55 TL. 55 лир. Сто пятьдесят лир такой жакет. А мабуть тебе ки дери дей. Дери дей, да. Конечно, это не кожа. Да, такая юбочка. Прям прямненькая. Ну это под ботиночки, мне кажется, будет хорошо. И когда? Чуть-чуть тепленькая. Не прям такая, но и не на лето. Şöyle, uzun kot ceketlerimiz var. А вот это модные в этом году жакетики. 90 TL. 90 лир. Они, кстати, во всех магазинах почти одинаковые. Вот нету каких-то... Вот так и все. 55 TL. 55 лир. Вот такая вязаная.
içindekiler. Вот это что в середине? 45 лир. Bunlar 140 TL. 140 lir. Az önceki eteğin farkı belli. Aa, еще это розовенькое. Ну, кстати, переливается клево. А, да, это бахрома. Бархат. Бархат. И он стретчевый, кстати. Стретч. Стретч, да. Şu tüyümüzün başka rengi. Ага, такой же, как черный, эту коробку. Şöyle uzun. А, вот эти. Очень прикольно смотрится этот мех. 80 лир. Конечно, он ничего не греет. Он очень тоненький, но красиво смотрится. Артисты. 65. Не знаю, мне он это утренники все. Халифе туники. Да, такая, такая туничка. Никогда? Никогда. 40 тели. 40 лир. Я думаю, вы скоро научитесь на турецком уже понимать все. 80 лир. Сделали такое же, только разные. Шоли, да, берегись. Ага. Вот трико. Трикотаж. Трико, видите, трико по-турецки. 35. Шоли, сапан меляда вар. Тут тоже кадифе. 40. Видите, какая яркая. Вот это уже все. 50 лир. Ага, такой тепленький. 125. Черная такая липочка. Хорошо тут развешена. Знаете, она такая хозяйка-хозяйка. Ага. То Нью-Йорк. Некадаром? 35 лир. Bunlar yeleğin farklı renkleri. Да, просто другой цвет, то, что показывали. Ön tarafta olan modellerin farklı renkleri. Ага. Yeleklerin mesela. Да, вот то, что она показывала, просто в другом цвете все. Все эти модели, то, sadece bu biz görmedik, değil mi? Evet, sadece şu tulum var, bir de elbise var. Bu 100 TL. 100 lir. А так все то же самое, что мы видели. Bir de şöyle elbise var. Ага. И платьишко такое. 110 lir. 110 lir. Ne kadar, bel gösterir misin? Buraya, senin, а вот смотрите, по щиколотку. По икру. Вот. Аминты. Казахлары гёстерди zaten. А бу гёстермеди? Пембесини гёстердим оно. А, пембем. А, розовая такая же. Evet. Всё, просто цвет другой. Onlar farklı renkleri. Да. Yapılabilir. Такие же цены, просто другие цвета. Кадифе элисе. Ай, мамочка, вы посмотрите. Кружево. Кружево. Да, это кадифе, кстати. Прикольно сделано. Не кадаром? Не кадаром? 140 лир. А бу йокто? Бу бурда. Ага, вот еще такие кофточки. Ой, похоже на мою розовую. Бенде вираз... А ну? Bunu gibi bende var. Evet pembe. Ben Ankara'da kaç sene önce? 2 ve 3 sene gibi. Evet evet elbise gibi. У меня же такая розовая похожа. То, что я в Анкаре покупала. Не знаю, может по качеству только по-другому. Он не кадар? 75 вот это. А вот какие цвета есть. Нет, это, по-моему, короче чуть-чуть. Прикольно. Тепленькая. Нет, у меня потеплее. Это теплая. Такие спокойные цвета. Угу. А можно под пояс, а можно и так одевать. А, еще. Тут уже такой не... без кружева. Он и когда? Не когда. Бу 95 TL. 95. Она такая хозяйка-хозяйка. Знаете, зашли две девочки, они говорят, вы приехали. Она говорит, нет, ну мы только открылись. Говорит, нет, вы же продавали в другом магазине. Говорит, да, да, я помню, вы брали то-то, то-то. Представляете, все помнит, 60 лир. Ну я тоже когда продавала, то... Ага, все. Такие же платья, просто что другие платья. Я тоже, в принципе, те, кто что-то покупает, я запоминала. Ну не, конечно, я работала в магазине. Дома у себя, не знаю, наверное, 2 месяца, потом сказала все, спасибо, потому что я тогда и в магазине работала, и в двух школах работала, я просто, и у меня концерты еще были, это был декабрь, концерты практически каждый вечер, я ничего не видела, вообще ничего, а в какой-то момент я поняла, смотрите, все по 40 лир, что я
очень сильно начинаю думать о деньгах. То есть это было, ну так, ой, сегодня я столько продала, столько заработала, а вот надо еще вот это продать, и т.д. И я поняла, что ну, это не, я не могу так работать. Я ставлю танец, все, у меня месячная зарплата, вот такие еще платья идут, или в школе, в любом месте. Я не думаю о деньгах, вот что я сегодня заработала, что я завтра заработаю. Не. Я в этом плане точно такая, не мое это. И все, и я сказала, я больше не буду в магазине работать 160. Хотя это нормальная профессия, кто нравится. Вот здесь есть еще платьечко, такие разные, от 60 до 2300 лир. Да, по 100, ну короче, это я думаю на клубы. Кстати, здесь в некоторых магазинах тоже. Я видела вот именно улица вот таких платьев. Не знаю почему. Не знаю сколько. Дольче Габбана. И вот еще. Ну то, что мы видели, только других цветов. Вот визитка. Глюк улица. И ну я смотрю, Кызыл Сарай Махалисе. Она говорит, да, ну все знают, как Глюк. Если вам обзор этого магазина Мода Тайм понравился, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь и рассказывайте своим друзьям. А я вас целую, люблю и обнимаю. Тем-тем-тем.